Прямо сейчас в этом важном туристическом событии. И спасибо еще за доверие, которое помнит главное российских граждан. Ежегодно оказывает нам, посещая нашу страну, выбирая ее среди очень сильных конкуренций в сторону многих других направлений. Во время предпочтительной за видео культурной планы, как естественной, исторической, языковой, физиотерапевтической, о наших дружественных народах. У нас много христианских монастырей. Еще там боги, снежные боги, с вами знаем, что все боги имеют буддийские, находятся у нас. И вот понимание, что надо развивать наши отношения между нашими двумя странами, Венским министерством туризма Болгарии, вот поэтому оно очень последовательно выстраивает свою работу на этом деле сотрудничества между нашими странами. Сотрудничество во всех туристических механизмах, мы уверены, что будем развиваться в сотрудничестве, потому что мы автотуризм. Болгария – это страна, которая узнаваема, доступна России. Она предлагает своим российским гостям круглогодичный отдых. И не только им, но и всем иностранным гостям. Но особенно интересно для нас, для наших гостей из России, и Черноморское побережье, где можно отдохнуть летом. И горнолыжные курорты Ильина, вспомнились нет, горнолыжных трасс, припомню, Крабинского уровня. Банные лечебные центры, знаете, что Болгария находится на втором месте в Европе по количеству минеральных источников более 600 и более 100 банных лечебных курортов на территории страны. Еще много культурных событий, много традиционных фестивалей, более 600 в каждом году, в районе до того кризисного года, в котором мы оказались. Почему я говорю обо всем этом, о широком спектре всяких возможностей, которые предлагают Болгарии в этот год? Сезон 2020 год оказался очень необычным, это более непредсказуемым. И наряду со всеми штатными задачами основной приток туризма был на то, чтобы сделать все возможное для сохранения здоровья и безопасности и гостей, и персонала. Необходимо было адаптировать динамичные стратегии, динамичные развивающиеся ситуации во время пандемии и оправдать ожидания приготовить на спокойный, безопасный, хорошо подготовленный под новой реальности. В Болгарии мы считаем, что это полностью автотуризма получилось, потому что с начала года до конца месяца октября наших темпов отдыхали около 20 тысяч туристов, одна тысяча из них из наших соседних стран, из стран Центральной Европы, европейских стран, даже было 10 туристов из Австралии. Я хочу сказать, что несмотря на ограничения, которые существовали, у нас отдыхали и туристы из России. Болгария – страна с очень большим потенциалом в области автотранспорта. Европейские эксперты считают ее бриллиантом на европейской дороге Кемпингов, а страна с пока еще не использованным большим потенциалом. Спрос на отдых рядом с природой, как он, если быстро растет, будет же идет к предыдущему улучшению и развитию новых кемпингов, сопутствующих услуг кемпингового туризма. И мы предлагаем в наших базах и велосипедки экологических маршрутов разных видов спорта и аттракционных отдыхов, которые известных природных местах, историческим и культурным достопримечательностям. Также очень важно изменение имиджа кемпингового туризма в Болгарии, который долгое
время. Воспринимайте только как дорогое дешевое альтернативы для причинного размещения. Все больше и больше у нас предлагает большой пакет качественный. На территории Болгарии находится более 100 мест, которые предлагают размещение клиентов и собственных арендованных палаток, клиентов, караванов. Мы каждый год в последние месяцы привлекаем новые клиенты. А с 3-6 клиентов в год. Это для такой небольшой страны, как Болгария, и довольно серьезное число. Притом, собственники эти клиенты, не только Болгарии, если жители других европейских стран. Так что это еще одно доказательство, что страна считается очень таким активным кредитательным центром для развития автотуризма. Большая часть клиентов у нас сезонные, они работают. Да, я привезли от Гейлева, от Кирабра и Гейлева, с Майка, с Кирабра. Но есть такие, которые открыты целый год. Очень важно отметить по поводу болгарских клиентов, что все они устроены на таких местах, где очень хороший баланс между окружающей средой и предлагаемым продуктом и потребителем. Притом каждый клиент старается подготовить уникальный для этого места и для своих базовых туристических продуктов. Каждый клиент предлагается возможности для развлечения среди природы, условия для релаксации, например, с этим, потому что гости, они любят одно, гости, вот эти клиенты, они любят одно и другое. Вот поэтому цель основная цель, чтобы клиент был не просто место для ночёвок, которое продается, там кто-то какие-то деньги за ночёвку, за размещение, но чтобы потом остались яркие и незабываемые впечатления у туристов, которые отдыхают там. Очень важно отметить, что все клиенты в Болгарии, они предлагают широкий спектр вариантов для отдыха и развлечений. Это и бассейн, и спа-центр, и возможности для всяких прогулок, пешеных, велосипедных, катания на лыжах, свободы, там, где есть клиенты, которые проводят и свободы, и рыбалки, и экологического, и культурного туризма. И, конечно, привлекательные рестораны, известные болгарские дыхания, маленькие такие ресторанчики, витаминские, бары и многое другое. Очень серьезная часть гостей наших клиентов – это сегодня с детьми. Обычно это дети маленькие или подростки, и везде они обеспечены, и места, где они могут поиграть, и, конечно, собрать незабываемые впечатления. Есть сетями детские бассейны, есть игровые площадки, оборудованные разными играми. И, конечно, большая часть они подошли для детей и для взрослых. Я не случайно сначала сказала несколько слов о богатстве туристического продукта, которую Болгария предлагает. В основном мы знаем, что она популярна в России как страна морского пляжного отдыха. И на нашем Черноморском побережье через каждые 20 километров вы можете найти кемпинг. Это огромный выбор отличных мест для отдыха, которые очень популярны уже не только в Болгарии, а и среди наших иностранных гостей. Но все больше и больше мест предлагают размещение клиентам.
что является последним кликом на ее линии и представляет преимущество для клика, есть стрелки, есть воздух, но не решает эту беседу в гостинице, мягкой кровати, любви, комфорта. И мы с гордостью можем сказать, что сам технологичный термин Европы является недавно открытым термин «Альянс», который находится в регионе города Европы. Фокус известен в России, может быть, многие связаны с фабрикой «Домолёши», но это один из славнейших городов Европы. Там есть многое, которое вы можете посмотреть. И вот Бенгли, который был создан в мае этого года, был открыт в мае этого года, он представляет возможность любителям отдохнуть и природе в таких условиях, но при том с комфортом, видите, если одно из этих мест размещений, которые там предлагаются, приблизиться к историческому городу, приблизиться к этому интересному району, и это примерно с этим отдыхать, как в 200 годы. Современное оборудование с местами гендеров, карбанов, палаток, издательские домы, с испанцами, вот что предлагает для итальянцев. Он не регулирован с обеими технологиями и немецкой администрацией, а имеет административного персонала в месте и работает с патентами. Выкладывает только закон, чем я должен быть, счетом и подробным ценам. Еще одна изюминка автотуризма появилась в Болгарии. Город Ленинград, многие российские уже знают, что Ленинград – это валовый спас столица Балкана, Балканского полуострова. И там, в городе Ленинград, находится единственный гербик со своим собственным гербальным центром. Это единственный гербик на Балкане. Вот такого вида. Там 4 разные генеральные источники. Поэтому заложены 4 минеральные бассейна с тепленной водой, очень адаптивные, очень посещаемые места и случайно был выбран термином года 2020 года. Еще одно интересное для любителей автотуризма место, у нас это Новотерминг в Болгарии. Он известен нашим российским